посредний тип словосочетания – глагольный. Соответственно, главное слово должно быть выражено глаголом. Посмотрим пример. Работать у доски. Работать где у доски? Задаем вопрос от глагола, значит, словосочетание у нас глагольное. Мыслить верно. Мыслить как? Верно. Задаем вопрос от глагола, простите, и словосочетание является глагольным. Эта информация поможет нам с вами правильно сделать разбор словосочетания. Чтобы сделать разбор словосочетания, нужно опираться на очень простую и понятную схему. Давайте посмотрим алгоритм. Сначала мы ищем главное слово и задаем вопрос.